ловить вас на нашей площадке. Сегодня мы поговорим с вами о жизни в Арктике. Друзья, внимание на экран. Арктика – это неизведанный край со сложными природно-климатическими условиями. Все чаще мы слышим о необходимости развивать потенциал Арктики, однако привлекательность арктической зоны для постоянной жизни остается под большим вопросом. Сергей Неустроев – первый заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха-Якутия. Ведомство, ответственного за обеспечение комплексного подхода к развитию арктической зоны республики. Какая работа проводится ведомством? И может ли быть привлекательная жизнь в арктических районах? Друзья, чтобы разобраться в этой теме поподробнее, вам нужно будет разделиться на две группы. Мечтатели – те, кто считает, что Арктика – это неизведанный край со сложными природно-климатическими условиями. Однако, несмотря на это, Арктика может быть привлекательной для постоянной жизни, если создать необходимые условия для жизни, трудовой деятельности и культурного развития. Реалисты же считают, что жизнь в Арктике сосредоточена вокруг крупных промышленных компаний и коренных малочисленных народов Севера. Создание условий – медленный процесс, на который уйдет не один десяток лет. Люди едут в Арктику исключительно на заработки вахтовым методом, а не оставаться на всю жизнь. При этом каждая из сторон должна стараться перетянуть на свою сторону больше участников из противоборствующих. В конце передачи у каждого из вас будет возможность поменять свою точку зрения. Соответственно, мечтатель, который убедился в аргументах реалистов, может перейти к ним. И реалист, который убедился в аргументах мечтателей, тоже может поменять свою сторону. Так, выбираем зоны. Мечтатели будут располагаться справа. Реалисты – слева. Делимся. Итак, встречаем нашего героя. Первый заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха-Якутия. Руководитель, ответственный за обеспечение комплексного подхода к развитию арктической зоны республики. Сергей Анатольевич Неустроев. Здравствуйте. Присаживайтесь. Сергей Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас вам дается ровно минута для того, чтобы вы могли немного рассказать нам о себе. Меня зовут Сергей Неустроев, я работаю в Министерстве по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха-Якутия. Мне 52 года. Я закончил Мирюнскую среднюю школу в селе Барагонса Усть-Алданского района. Кстати, нашей школе в прошлом году исполнилось 150 лет. Закончил геолого-разведочный факультет по специальности геофизик, горный инженер. Работал в промышленности алмазогранитной более 14 лет. В 2006 году перешел на госслужбу и с тех пор работаю на госслужбе, работал в Министерстве внешних связей, госпротоколе управления и вот сейчас в Министерстве Арктики. Начнем мы с небольшого блиц-интервью, соответственно, быстрые вопросы и быстрые ответы. Хорошо. Есть мнение, что Республиканское Министерство Арктики должно находиться в одном из арктических районов для более эффективной работы. Что вы об этом думаете? Ну, хорошая идея. Сейчас протягивается волоконно-оптическая линия связи в Арктику, и проблем, наверное, не будет, если мы переберемся в какой-то арктический район. А так в Сасклахе и в Оленьке уже есть интернет, и в будущем, уже до 2024-2025 года, у нас интернет, надеюсь, появится во всех арктических 13 районах. Почему вопросами Арктики должно заниматься целое министерство? И считаете ли вы свою работу эффективной? Так как Арктика, у нас арктические районы составляют половину территории Якутии, это 1,5 миллиона квадратных километров, для решения вопросов такой большой территории и вопросов очень важных, нам необходим статус министерства, чтобы решать эти вопросы на довольно высоком уровне, и не только на республиканском, но и на федеральном. Безопасны ли атомные станции малой мощности, которые планируется построить в арктических районах? Об этом идет сейчас много дискуссий, и Росатом перед нами открыто рассказывает, как это будет работать, и экологическая безопасность будет именно обеспечена. Как бы вы поступили на месте ребят, уезжающих из арктических районов навсегда? Ну, навсегда с родины все равно не уезжают, наверное, когда-то возвращаются, но мы должны сделать так, чтобы условия жизни, проживания в Арктике были комфортными, чтобы там была
такая же удобная, такая же комфортная жизнь, такие же продукты, которые в смысле, можно было бы купить в магазинах, и была бы интернет-связь, были бы современные жилые дома. И, мне кажется, в Арктику тогда, из Арктики никто навсегда не будет уезжать. А как вы считаете, на каком уровне находится качество жизни коренных малочисленных народов Севера и что на это влияет? В Арктике проживают только более 20% коренных малочисленных народов Севера. А так мы все равно считаем, что там проживает арктический народ. Они живут очень дружно, очень все вместе, и проживает где-то 67 тысяч человек. Поэтому у нас отдельно есть программы по поддержке коренных малочисленных народов Севера, и об этом можно сделать отдельную уже передачу. Какой вред промышленные компании наносят экологии Арктики? В настоящее время в Арктике практически нету таких предприятий, которые бы наносили вред. Нет такой промышленности, которая бы там сейчас уже реально работала. Сейчас в основном работают геологи, в основном возводятся дороги, готовится промышленное освоение. Ну, поэтому наше министерство и другие министерства, соответствующие отраслевые, занимаются тем, чтобы, конечно же, предприятия работали экологично, безопасно, ну и, конечно, эффективно. Встречаете ли вы заблуждения о своей работе и какие, например? Со стороны заблуждения. Mm-hmm. Ну, есть такое мнение, что Арктикой, как бы, это безлюдное пространство, это не так. Как бы ни было мало населения, население там территорию свою очень хорошо знает, охраняет. Они являются, как сказать, ну, практически пограничниками этой территории. Мы все очень гордо рассказываем, что Якутия у нас такая большая, размерами с Индию. Но вот представьте, что половина территории у нас арктические районы. И мы должны эти территории сохранить. Они должны быть именно, чтобы люди там жили и жили достойно. Итак, перед вами те, кто постарается узнать вас немного поближе, ну и подискутировать нашу сегодняшнюю тему. Справа от вас расположились мечтатели. Это те, кто считает, что Арктика – неизведанный край со сложными природно-климатическими условиями. Тем не менее, она может быть привлекательной для постоянной жизни и создать благоприятные условия для жизни, трудовой деятельности и культурного развития. Слева же от вас расположились реалисты. Они считают, что жизнь в Арктике сосредоточена вокруг крупных промышленных компаний и коренных малочисленных народов Севера. Создание условий – медленный процесс, на который уйдет не один десяток лет. Люди едут в Арктику поработать вахтовым методом, а не остаться там на всю жизнь. Итак, друзья, давайте сейчас мы обратимся к вам, к нашей аудитории. Почему вы оказались с той или иной стороны? Чем обусловлен ваш выбор? Ну и давайте начнем со стороны мечтателей, пожалуйста. Сама я родом из Усянского района, поселок Усяна, и все мои детские воспоминания, практически самые первые, связаны именно с ним. И у меня там живут очень много родственников, и я на самом деле очень заинтересована в том, чтобы развивали Арктику. Реалисты, пожалуйста. Сейчас 21 век. Многие, даже молодежь, скажем так, молодежь очень смотрит на перспективу технологий, которые в Арктике, к сожалению, сейчас пока что нет. Да, люди туда приезжают, работают, но не собираются оставаться там пока что на всю жизнь. Давайте послушаем еще мнение. Арктика — это огромный неизведанный регион, который в перспективе просто замечательный и очень комфортный для жизни. Ведь на самом деле не так сложно обустроить Арктику. Есть целые страны, которые Арктика, Финляндия, Норвегия, Исландия. Это целый стран, который находится полностью в арктическом регионе. Это им не мешает развиваться и быть успешными. Тем более, что Россия такая огромная страна при 150 всего миллионах населения. И даже такого населения, благодаря его активности, хватит на освоение Арктики. И Арктика это будет в будущем суперкрутой регион. Тем более, промышленность России сейчас перестраивается на внутреннее развитие. И Арктика, несомненно, будет источником этого развития. Ведь только в этом году поставили новый ледокол уже, Нава 2 атомный, и флоты будут расширяться. И, например, я верю, что скоро Ленское речное пароходство, которое всего 320 судов, вернется к показателям 80-х годов, где было 1100 судов у Ленского речного пароходства. И я верю в Арктику и думаю, что она будет очень крутым регионом, одним из экономических центров в будущем для России. Еще мнение.
Арктика весьма сложный субъект для освоения его. И даже если сейчас посмотреть на географию России, большинство людей тянутся и переезжают к югу. Им там комфортнее жить, и там более развитые города. То есть могли бы с такими же успехами развивать Якутск, но, допустим, этого не происходит. Не развивается так, как Санкт-Петербург, как Москва. Ну, очень мало чего здесь строится даже. Не говоря уже про Арктику. Здесь достаточно суровые условия для жизни, и также здесь почти ничего не растет в плане питания, и это большинство все привозится из-за границы или из других регионов Российской Федерации. Поэтому реалисты мы. Еще мнение давайте послушаем страны мечтателей. Живем в такое сложное время, и лучше уж я буду оптимистом, так сказать. Верить лучше, надеяться лучше. Да, как уже было сказано, Арктика — это очень большой и сложный регион, и если, конечно, если приложить много усилий для его освоения, то может получиться очень даже хороший регион для проживания постоянного. Во всяком случае, остановить оттуда отток населения, которое, к сожалению, сейчас присутствует. Пожалуйста, еще мнение. Я перешел на сторону реалистов, так как сейчас, в нынешнее время, если молодежь всегда движется к будущему, хочет развиваться, человек желает комфорта, и он переходит туда, где уже комфортно. И не думаю, что в ближайшем будущем Арктика может быть комфортной для проживания людей. Пожалуйста, еще одно мнение. Я сама по себе просто не пессимист, и я всегда надеюсь на лучшее. Ведь если мы не будем развиваться и решать какие-то проблемы, то мы так и будем стоять на своем, типа нам там некомфортно, и мы туда не хотим. Все. Ну и давайте перейдем к вашим вопросам, к нашему гостю Сергею Анатольевичу. Ребята, давайте начнем с стороны мечтателей. У меня был вопрос насчет уровня медицины в Арктике. И что с ней можно сделать? Вопрос, вообще эти вопросы мы были озадачены последнее время. И Министерство здравоохранения у нас сейчас предлагает такой выход из положения, что выезжают узкие специалисты врачей, бригады, на постоянной основе во все населенные пункты Арктики. И, используя современную аппаратуру, будут отслеживать за здоровьем своих пациентов. У нас этот проект называется «Арктическая медицина». И в прошлом году были выработаны основные направления работы, а в этом году практически оно уже реализовывается. Я еще раз повторюсь, что уже вот пока стоит зимняя дорога, вы же Сюсюанского района, надо будет использовать это время, чтобы во все поселки врачи съездили и обследовали местное население. Как я уже сказал, что население при том не такое большое количество, что можно охватить их всех вот этими бригадами. Так что это очень важный вопрос. Пожалуйста, вопрос со стороны реалистов. Как мы все знаем, на населенные пункты Арктики тратится очень большое количество средств. Не было бы более выгодно взять и перенаселить из более маленьких населенных пунктов в более развитые, в более большие, даже если той же Арктики, но чуть-чуть поближе, чтобы это было удобнее? Конечно же, поселки есть, которые закрываются, но по моему наблюдению, именно поселки, которые имеют коренное население, которые жили давно, они практически до сих пор уже все равно существуют и развиваются. Все равно строятся какие-то социальные объекты, есть школы. Да, сокращается количество обучающихся в школах, но при том, что народу мало, сейчас разрабатываются модели, чтобы у них были совмещенные такие социальные объекты. Чтобы в этом объекте была, например, школа. Ну, школа, детсад уже сейчас строят. А еще объекты такие, как спортзал, совмещенные, например, с клубом. Там же мог бы располагаться, например, администрация могла бы располагаться, библиотека, все необходимые какие-то социальные службы. И вот такой проект, вот именно многофункциональных зданий, которые могли бы именно экономить, да, вы говорите, что дорого содержать, мы сейчас продвигаем вот такие проекты. Вообще строительство в Арктике – это тоже отдельная тема, отдельные нормы, наверное, СНИПы, вот это, чтобы в Арктике строить именно экономично, эргономично и удобно для населения. Пожалуйста, еще вопросы?
Есть ли какие-то программы, которые позволили бы молодым профессионалам, которые только недавно закончили высшее образование, получили, поехать и удобно, комфортно жить на территории Арктики? Хороший вопрос. Да, совершенно вы правы. Есть такие программы разного направления. Ну, мы говорим, например, про медицинских работников, про учителей. Есть программа «Учитель Арктики», именно им оплачиваются проезды до места работы. Далее есть разные преференции. Они могут заключить именно договора, что они какое-то определенное время отрабатывают в Арктике и оплачивается им эта работа. Далее мы, молодежь, конечно, хотели бы, чтобы она там не только временно работала, хотела бы, чтобы они там заводили семьи, жили там. Поэтому мы для этого предусматриваем развитие вот поселков, чтобы они жили в хороших домах, как говорится, условиях комфортных, чтобы у них была интернет-связь, чтобы они могли в свободное время куда-то пойти. И вот для этого именно работают разные отраслевые министерства. Министерство транспорта помогает, например, субсидирует проезды до арктических районов в настоящее время. Министерство культуры строит разные тоже объекты в арктических районах. Конечно, работы очень много. И нам надо всем именно вот заняться вот этими вопросами комплексно. Так как вот только построив жилье, мы можем упустить какие-то другие моменты. Поэтому тут вопрос такой очень важный, и мы этим очень плотно занимаемся и хотим, чтобы молодежь ехала в Арктику не просто заработать, но и чтобы она могла там строить в будущем свою жизнь. Спасибо. К примеру, на ближайшие 10 лет какая перспектива? Какого уровня вы планируете вот пока что достичь в Арктике вот развития? У нас есть поручение президента Российской Федерации, чтобы уровень жизни в Арктике был, был доведен до общероссийского уровня, среднероссийского уровня. Поэтому у нас сейчас ведется работа, вот, как я уже сказал, в разных направлениях. И вот подготовка кадров – это вот одно из очень важных моментов, потому что мы должны подготовить кадры, которые могли бы работать именно в Арктике. В Арктике есть, как я уже сказал, ну вы уже знаете, наверное, везде есть средние школы. Выпускники этих школ поступают в разные заведения, но мы хотели бы, чтобы они уже со школы примерно были профессионально ориентированы, куда они дальше пойдут учиться и какими специалистами они будут. Есть сеть профессиональных, тоже средних специальных заведений. 4 – это в Жиганске, в Батагае, в Тикси и поселке Черский. Они готовят разные специальности уже довольно определенное время, но сейчас современная как бы жизнь требует, может быть, других уже специальностей, поэтому мы сейчас с Министерством образования рассматриваем, как бы нам, какие кадры нам готовить для Арктики. Конечно, только эти заведения не могут обеспечить кадрами Арктику. Конечно, будут приезжать рабочие силы и мигранты. И вот в других, например, районах арктических нету таких заведений. Нам необходимо вот сеть, как-то их тоже учить, чтобы они могли, по крайней мере, если есть интернет, обучаться онлайн, получать какие-то уже сертификаты, свидетельства и работать в Арктике. Пожалуйста, еще вопросы. Какие промышленные группы уже заявились как желающие войти? То есть ведь это явно были какие-то тендеры, какие-то компании уже хотят занимать определенные территории и развиваться здесь. И вопрос заключается в том, какие виды промышленности уже готовы, ну, будут приходить, уже согласились приходить в Якутию вот под эту инфраструктуру, которая строится. Как вам рассказать? Вот вы, наверное, слышали, что в Усянском районе будет строиться малая атомная станция. Для чего она строится? У нас в Арктике не хватает энергетики, чтобы начать промышленное освоение вот полезных ископаемых в Арктике. В арктических районах, конечно, есть вся таблица Менделеева, есть разные вот месторождения. Все, наверное, называть их не буду. Очень богатые, но их экономически невыгодно развивать сейчас, потому что там энергетики, вот именно нет электричества, чтобы, ну, проще говоря, для того, чтобы их экономически выгодно было добывать и уже дальше реализовывать. Построится атомная станция
она будет стоять вот в Усянском районе, уже определено место, поселке Усть-Куйга. И вот этот Усянский бассейн, он очень развит, в советское время был очень промышленно развит. И он теперь будет опять возобновляться, там будет добываться разное, вот, например, добывали олово. Если будет вот эта атомная станция давать энергетику, то у нас уже олово будет там тоже добывать уже экономически целесообразно. Вот сейчас, поэтому сейчас в основном строятся дороги, будут строиться порты. Это та инфраструктура, которая должна обеспечить в будущем именно промышленное освоение арктических районов. Но мы уверены, и правительство уверено, что без промышленного освоения Арктики, развития Арктики бы невозможно. Это даже подтверждают районы, вот Оленёкский район, Анабарский район, где компания «Алроса» работает уже десятилетия и осваивает эту территорию. И там у нас рождаемость лучше, показатели намного вот эти миграции лучше. И поэтому это доказывает, что в принципе, если будет вот это работать промышленность вместе вот, в районах именно, да, и как сказать, вот, чтобы промышленное освоение района было целесообразным, нам надо вот каждый район именно как сказать, определить, какой район, в каком районе будет какая промышленность. У нас районы очень разные. Они все расположены по вот, рекам. Вы, наверное, слышали, что река Индигирка, там у нас три района, по Колыме у нас три района, по Яне три района, и река Анабар и Лена. Вот бассейновый принцип применяется. Он применяется для того, чтобы освоение промышленное было вот, логистически правильным, чтобы дороги у нас были построены именно с учетом этих как бы географических особенностей. Вот так. Ну, это вот я рассказываю в основном для того, чтобы вы, ребята, поняли, вот, что задача эта, конечно, очень сложная. Это задача на десятилетие, как вы сказали, да, и сейчас вот правительство над этим работает, и сейчас именно делаются такие планы, строятся такие планы. Еще давайте один вопрос заключительный со стороны реалистов. Здесь упоминали про промышленность и про энергетику. Вы сказали то, что планируется построить атомную электростанцию. И вот есть вопрос, когда она планируется ввестись уже полноценно в строй? И будут ли использоваться новые технологии? Потому что я слышал, на Белоярской АЭС смогли повторную переработку топлива сделать. Ядерного, и, соответственно, расходы уменьшились во много раз. Точно цифр не скажу, но если такую же технологию будет использовать в Арктике, тогда да, полноценно можно будет уже этот регион развивать, я считаю. Да, вот спасибо за вопрос. Компания «Росатом» уже начата работы по определению места, по, я уже сказал, что Усть-Куйге будет строиться, поселке Усть-Куйге, Усянского района будет строиться станция. Уже определено место, уже завозится некоторое оборудование, и атомная станция должна войти в строй после 28 года. Это вот даты. По технологиям я уже тоже присутствовал на защите этого проекта. Постоянно «Росатом» проводит такие разъяснительную работу, не только для специалистов, но и для населения. И по презентациям было видно, что технологии очень современные. И, конечно, я не специалист атомной промышленности, но все технологии будут использоваться самые последние и самые современные. Вот. Более подробно можно было бы ознакомиться молодежи, в принципе, на сайте, наверное, Министерства ЖКХ и энергетики. У нас такое министерство есть, вы знаете, наверное, да? Они курируют эту работу. И на самом сайте «Росатома». В принципе, мы тоже можем для вас, молодых людей, более подробно вести эту работу на своем сайте. Для меня это тоже как бы информация, чтобы мы могли доводить для вас вот такую информацию в понятном виде, чтобы вы понимали, о чем это речь. И, пожалуйста, заходите на наш сайт Министерства по развитию Арктики. Мы там будем постоянно обновлять и обновляем информацию. В сильности очень важно говорить на доступном языке. Конечно. Чтобы вопрос был понятен, иногда не хватает просто каких-то ответов, вопросов и каких-то, как сказать, побольше надо об этом говорить, и все, в принципе, будет понятно.
Итак, друзья, у нас есть видеоопрос по теме нашего обсуждения, поэтому просим, пожалуйста, внимание на экран. Слышали ли вы о Северном заводе? Нет, не слышали. Нет, не слышали. А как считаете, как можно решить продовольственную проблему Арктики? Сейчас понятно, если честно. Ну, естественно, я слышал об этом. Ага. Поддерживать вообще то, что нужно Северный завоз развивать? Ну, естественно, а как еще туда грузы-то завозить? Только Северным завозом. Других вариантов нету, по-моему. Завоз идет. Угу. Цену делают сами же те, кто продает продукт. И цены, кто еще завозит. Вот в чем дело. И от этого растет цена еще. Это от них зависит. Как считаете, можно ли эту проблему решить? Скорее нет. Вот всем нам известно то, что продукты там, допустим, очень дорогие, очень дорого, да. Ну, только зимнее время же на машине. В летнее время же, наверное, надо заставать, когда доступное время, надо много увезти. Как можно решить продовольственную проблему арктических районов? Построить мост. Очень дорого. Ну, дороги сделать нормальные, как бы. В Арктику зачастую завозят продукты частные предприниматели, ну, которые завышают топливо, свою... топливо дорожает, запчасти дорожают, все дорожает, поэтому, как бы, знаю, но если государственные предприятия взялись за них, как бы, и там были какие-то выплаты, субсидии, там, ну, как бы, а сейчас, как бы, частники делают сами все, и они там накручивают, там, бешеные ценники, допустим, чтобы заработать на людях, как бы. Это же все зависит от, например, бензина, от грузов перевозки. Если как-то, не знаю, немножко снизить цену. Допустим, субсидировать. Субсидировать, да. Грузоперевозки. Или бензин снизить. Решать, конечно, надо, обязательно. Ну, продукты здесь очень дорогие, согласитесь. Ну, конечно, дорогие. Ну, раньше же как-то это все завозилось же, поставлялось, не было же таких проблем. А сейчас почему-то встал ребром таким вопрос, такой проблемы. Ну что, мы с вами посмотрели наш небольшой сюжет. Ну и, соответственно, первое, что мы можем отметить, то, что немногие вообще знают о Северном завозе и вообще немногие осведомлены о тех проблемах, которые есть в арктических районах нашей республики. Давайте зададимся следующим вопросом. Нормально ли это? Должно ли общество вообще беспокоить этот вопрос? И как при этом мы можем с вами повысить сознательность общества? Давайте начнем со стороны мечтателей. Как вы считаете? Мне кажется, что это не совсем правильно, потому что Арктика составляет 50% нашей республики. Очень много лусов, которые входят в арктическую зону. Там проживает очень много людей, и это очень странно, что люди в центральной части нашей республики, вот, в Якутске, не владеют этой информацией. А решить проблему с этим можно... Мне кажется, здесь проблема именно сознания людей. Они не особо хотят интересоваться, и поэтому связанные с этим статьи, телепередачи им не особо интересны. А мне кажется, надо вот работать. Людям вообще нужна эта информация? Для чего им нужно это знать и получать информацию? Чтобы совместно работать над проблемой развития Арктики. Вот очень говорят многие про отток населения. Есть программы, но в них очень мало участвуют. Либо сразу после окончания договора, например, уезжают. И это плохо. И мне кажется, здесь тоже надо работать именно с сознанием людей. С тем, что Арктика — это не всегда жуткий холод. Например, в Среднеколымске намного теплее зимы, чем в Якутске. И Среднеколымский улус — это тоже типа часть арктической зоны. Угу. Еще мнение давайте послушаем со стороны реалистов. Как вы считаете, ребят, вообще нормально ли то, что люди вообще не задаются вопросами того, какие есть проблемы в Арктике? Это, в принципе, на самом-то деле не проблема. Человек, который интересуется, который хочет чем-то помочь, может быть, сам найдет информацию, сам куда-нибудь обратится. Если захочет помочь, сам пойдет в арктические регионы и будет нам помогать по проектам, которые нам рассказали. Он может пойти к этим проектам, поехать, начать работать там или еще что-то. Mm-hmm. А человек, которому этого не нужно, не будет этого делать. Это вполне себе нормально, я считаю. Mm-hmm. Давайте послушаем мнение нашего героя, Сергей Анатольевич. Как считаете вы? Ну, я согласен с ребятами, со всеми вами, потому что разные мнения. Да, вот вообще вот Северный завоз.
Это комплекс мер и мероприятий по доставке грузов и товаров для жизнедеятельности населения на Крайнем Севере и в Арктике. Вот это огромная работа, и она должна проводиться. И сейчас она была полностью на нашем, как бы на региональных властях и на муниципальных властях лежала. Сейчас она вышла на федеральный уровень. Сейчас будет в работе, сейчас будет закон, федеральный закон о северном завозе, он так и называется. И федеральные власти уже обратили на это внимание, и они хотят тоже улучшить вот эту схему доставки этих грузов. Хотят использовать северный морской путь. Вы знаете, что у нас через Северный Ледовитый океан ходят суда большие, ледоколы, и они могли бы доставлять нам тот или иной груз. И ранее такой способ доставки был довольно активным. Да, поэтому сейчас эта работа ведется, и мы активно в этом тоже участвуем. Должен ли жители республики затрагивать этот вопрос? Должны ли люди вообще беспокоиться об этих проблемах? Не, ну каждый, конечно, никого заставлять же не надо, чтобы он обязательно занимался Арктикой. Но люди, которые занимаются этими вопросами уже, конечно, они, как сказать, нас это очень интересует. И жители Арктики тоже. Жители Арктики здесь, Якутске, тоже же много проживают. И бизнесы есть разные. И поэтому, возможно, это не обязанность гражданина этим интересоваться, но знать, по крайней мере. И если ты можешь чем-то помочь, если ты хочешь поехать в Арктику работать, быть полезным, конечно, пожалуйста. Надо, еще раз повторюсь, создавать условия комфортные для молодежи, чтобы она могла зарабатывать там, могла растить детей в хороших детсадах, школах, чтобы у них был досуг, чтобы они себя сами реализовывали, становились хорошими профессионалами. У нас есть очень хороший проект, вот мастер-планы. Это обновление поселков. Вот, подготовлен был мастер-план. Это как бы вид будущего поселка северного арктического. Образ будущего. Образ будущего, да. Такой мастер-план был подготовлен по поселку Оленек, Чакурдах. Они, поселки совершенно разные. Чакурдах, например, это поселок, где люди живут больше таких в общих домах. У них, ну, есть свои дворики, но на реке прямо расположен такой красивый поселок. И все социальные объекты, вот все запланировано, все как будет там работать, все в едином как бы мастер-плане все это описывается. В Оленьке, наоборот, люди хотят жить в отдельных домах, более частных таких. И поэтому мастер-план, он сильно отличается. И там еще есть национальный такой характер, вот, национальный Венкийский район. И этим он тоже совершенно отличается от других поселков. И вот у нас тоже такое видение, что каждый поселок, наверное, должен обновляться, становиться современным и комфортным для проживания. Надо со всех сторон комплекса подойти, чтобы молодежь могла, еще раз повторюсь, работать, воспитывать детей и смело смотреть в будущее. Сергей Анатольевич, да? Какой совет вы бы хотели дать нашей сегодняшней аудитории? Жизнь сегодня, она происходит не завтра. Ее делать надо сегодня и ценить это время. Если вы учитесь, то учиться, конечно, очень хорошо, качественно, чтобы смело идти в эту жизнь и себя проявлять. Так что живите настоящим. Ну что, настал момент подвести итог. Сейчас у нас наступил тот самый момент истины, когда вы можете поменять свою точку зрения. Соответственно, мечтатель, который убедился в аргументах реалистов, может перейти к ним. И реалист, которого убедили аргументы мечтателей, тоже может поменять свою сторону. Угу. Поэтому окончательно мы с вами определяем свою точку зрения. Ну и на счет три можно будет поменять свою точку зрения. Так, один. Два. Три. Давайте поаплодируем. Присаживайся. Возьми микрофон, пожалуйста, поделись, почему ты все же решил поменять свою точку зрения. Технологии не стоят на месте. И если достаточно вкладываться в Арктику и, ну, просто подождать, все-таки регион не может мгновенно развиться, то я считаю, то, что выгоды от той же промышленности уже начнут давать плоды, начнет появляться больше денег, а деньги привлекают людей. Люди начнут переезжать, и вот так будет постепенно все расти. Сергей Анатольевич, кого вам бы хотелось отметить из числа наших сегодняшних участников? Я, моя землячка,
из Ущанского района очень понравилось. Угу. И вот молодой человек тоже очень правильные вещи говорил. Владимир, да? Владимир, да. Угу. Ребят, поднимайте, пожалуйста, наш подиум. Ежегодно мы публикуем такой календарь. И каждый раз, конечно, меняем фотографию. Вот эта фотография, это вот белый медведь на острове Бенетта. В этом году наши коллеги под руководством Находкина Николая Александровича на катамаране добрались до этого острова. И там они построили якутскую росу, серьге поставили, тут ее видно. И вот белый медведь их постоянно сопровождал, был не очень агрессивен и попал на кадр. Так что вот такой вот у нас календарь. Это вам. И аналогичный подарок. Ребят, пару слов вам, пожалуйста, еще раз представьтесь, немного расскажите о себе. Меня зовут Попова Евдокия. Я училась в СУФУ, первый курс, исторический факультет, группа политология, специальность политология, группа Полит-22. Меня зовут Акреев Владимир, я ученик 10 класса Табагинской школы. Хочу сказать еще раз большое спасибо. Я рад, что принял участие в этих съемках, что-то новое для себя почерпнул. Сейчас мы приглашаем всех подняться сюда, для того, чтобы мы еще могли немного пообщаться друг с другом, ну и задать вопрос нашему гостю Сергею Анатольевичу. Ребят, пожалуйста, поднимайтесь сюда. Частью нашей аудитории можешь стать и ты. Подписывайся на наш телеграм-канал и подавай заявки на актуальные даты наших съемок. С вами была передача «Я молодой». С вами были ее ведущие Елена Гагарина и Антон Васильев. Будем развиваться вместе. На благо себя и родной республики. Всем пока. Мне все понравилось. Ребята очень активные. Считаю, что таких передач должно быть больше. Приглашайте. У нас очень много есть специалистов, которые расскажут, и жители Арктики расскажут про реальную ситуацию в арктических районах и как ее, эту жизнь развивать.